Здравствуйте, друзья! Привет, любители кошмаров и кошмариков! В описании к игре сказано, что мы управляем только моно, а шестой управляет компьютер, даже больше, искусственный интеллект. Ну, интеллектом здесь даже не пахнет, так как шестая делает все строго по сценарию и не отступает от него даже на йоту. В то же время мы видим, что шестерку никто не трогает и даже не замечает. За исключением двух случаев. Первый, когда фарфорово-головые хулиганы похищают ее в школе и затем издеваются. Во втором случае, уже тощий мужик похищает шестерку и прячет ее в высокой башне. Но надежно ли компьютер защищает шестую? Оказалось, что не всегда. И вот некоторые примеры. Здесь охотник бьет прикладом не моно, а шестую. А здесь шрапнель охотника достала и моно, и шестую. Хотя это больше похоже на рикошет. Ну вот, не держитесь за ручки, когда убегаете от охотника, иначе шрапнель достанет всех. Ну а этот момент случался со многими. Моно так резво прыгнул на эту кровать, что шестая не удержалась и упала. Но она как-то быстро и вернулась. А здесь уже доктор что-то перепутал и придавил не того, кому надо. А это уже моно решил подшутить над шестой. Шестерка, где ты? Я надеюсь, мы еще увидимся. Ну, а мы, друзья, наверняка еще увидимся. Как только я найду еще что-то интересненькое. А сейчас всем большой привет. Пока.